Грех. Кришна обозначает здесь это. Он говорит, что грех и является той штукой, которая просто закрывает от нас Бога. Вот очень многие люди в очень многих других традициях, духовных традициях, часто говорят, что вот грех, вот человек совершит грех, и поэтому вот он будет болеть, будут всякие там несчастья, проклятия и так далее. Но не этим самый страшный, как бы самая большая страх этого греха. А Кришна говорит, что самая большая проблема этого греха заключается в том, что мы перестаем чувствовать Бога. Грех закрывает нас от Бога. И настолько сильно закрывает нас от Бога, что человек полностью находится в иллюзии вот этой двойственности. И таким образом, чтобы человек встал на путь очищения, на путь преданного служения, как бы в начале, что ему нужно? Ему нужно очиститься от этого греха. И как это вообще возможно? Вот очень интересный такой момент. Как возможно вначале очиститься от этого греха? Ну, вот почему предлагается во всех священных писаниях, а не только, опять-таки, наших, совершать какие-то благочестивые действия. Потому что человек очищается от этого, от этой скверны греха. И он приподнимается, чуть-чуть приподнимается над ним. И вот в этом моменте, когда он чуть-чуть над ним приподнимается, он в состоянии начать свой путь совершенства для того, чтобы очищать уже чувства дальше. Потому что пока он не поднялся над этим грехом, он, по сути дела, глух к духовному знанию. Он абсолютно непробиваемый. Этот грех, он абсолютно делает его непроницаемым.